Синагога Еги-Якопай ремесленная была торжественно заложена в 1911 году, а первая общественная молитва состоялась в 1912. Свое название она получила из-за того, что была построена на деньги ремесленников, проживавших в близлежащих кварталах. Здание сооружено по проекту архитектора Генихана и имеет в плане форму базилики. Строительным материалом послужил желтый известняк. Привлекает внимание круглое окно с витражом в форме шестиконечной звезды. Это символ иудаизма. Синагогой называют еврейский молитвенный дом. Часто такой дом становится центром жизни общины. Строится синагога так, чтобы вход всегда был обращен к Израилю, по возможности к Иерусалиму, где стоял храм. У входа устанавливают раковину, где можно помыть руки перед молитвой. Обычно синагога имеет прямоугольную форму. Для мужчин и женщин есть раздельные помещения. Отделение для женщин находится на втором этаже. В части, которая соответствует местоположению святилища в Иерусалимском храме, устанавливается большой шкаф, покрытый занавесом. Его называют ковчегом. Он соответствует золотому ящику в храме, где хранились скрижали с 10 заповедями. В ковчеге находится свиток Торы, самое священное достояние синагоги. Такие свитки делают из кожи животных, скрепляя их между собой таким образом, чтобы получился рулон пергамента. На нем вертикальными колонками записывается Пятикнижие Моисеева. В каждом свитке 250 колонок. Длина такого свитка примерно 60 метров. Концы прикрепляются к деревянным планкам, которые называют «древо жизни». Они нужны для того, чтобы свернуть свиток до того места, где следует читать. Через 18 лет после строительства в 1930 году советская власть закрывает синагогу, так же, как и храмы других религий. Долгое время в помещении был склад. С обретением Украины независимости строения передают Евпаторийской еврейской общине, силами которой проводятся длительные реставрационные работы. И лишь в 2003 году синагога Еги-Якопай вновь торжественно освящается. В настоящее время община насчитывает около 100 человек. В здании синагоги проводятся религиозные обряды. Ремесленная синагога является архитектурным историческим памятником культуры и одним из наиболее своеобразных строений города.